Продолжаем движение. 565 серия, участок Владивосток, Крым. Подъезжаем к Севастополю. Несколько километров не доезжая до Севастополя, поверну на технический объезд, так как участок несколько километров еще не был достроен. Шло строительство трассы Таврия. Но я сделал вставку с бокового видеорегистратора в тот момент объезда технического. Так что посмотрите. И вплотную приблизился к Севастополю. Там окраин Севастополя немного заснял. Центр города не заезжал. Вот что увидите, там пробки, затрудненное движение. Меня это не устраивало. Поэтому проехал немного по окраине. И двинулся в обратном направлении. Кому интересно посмотреть Севастополь, у меня есть другие видео в плейлисте, ранние поездки, там и Севастополь, и Симферополь, ну и практически все города Черноморского побережья. Ну все, продолжаем движение.
приветствует магазин по продаже автозапчастей для грузовых иномарок и прицепов. У нас более 50 тысяч позиций в наличии новых оригинальных запчастей, а также имеется широкий выбор аналогов и своя авторазборка. У нас постоянно проходят акции и действует прогрессивная система скидок. Мы находимся по адресу: город Севастополь, улица Горпищенко, 138, на территории Мерседес-центра. Наш телефон 7978-126-26-29. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110.
ты куда, на призу, что ли? Иди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Поверните направо.
Вон как листья весело танцуют. Магазин по продаже автозапчастей для грузовых иномарок и прицепов. У нас более 50 тысяч позиций в наличии новых оригинальных запчастей, а также имеется широкий выбор аналогов и своя авторазборка. У нас постоянно проходят акции и действует прогрессивная система скидок. Мы находимся по адресу: город Севастополь, улица Горбищенко, 138, на территории Мерседес-центра. Наш телефон 7978-126-26-29. 7978-126-26-29. Через 500 метров поверните направо. Thank you.
Витусик, а ты куда? На фрезу, что ли? Поверните направо.
все, что ли? Севастополь проехали. Куда же мы едем? Thank you.
откуда я приехал. Ты меня привела, подруга. Все, что ли? Да. Так, перестраиваем эту чепуху, куда меня привела, не знаю. Через 200 метров поверните направо.